Специальное предложение только сегодняшнего дня. Посмотрите на этот шикарный воздушный кружевной жакет. Ведь его мы надеваем на любой образ, и это как вишенка на торте. Подходит для каждого образа. Максимальное преображение с главным предложением только сегодняшнего дня с брендом Greenlight и с жакетом Тория. Представит нам его Микола Комендров, наш звездный стилист. Главный бренд нашего телеканала, бренд Greenlight, всегда включает зеленый свет для вашей фигуры. Поэтому сегодня предлагает уникальное предложение, универсальное, летящее и легкое прямого силуэта с накладными карманами и средней длины рукава, стоящей на подплечниках. Здесь у нас с вами 100% материал rayon. Это у нас с вами бамбуковый шелк, который по аналогии тутового шелкопряда изготавливается в лабораторных условиях. И давайте же окунемся в эстетику натурального шелка и французского гипюра, из которого выполнено данное предложение. Солнечные лучи медленно пропускаются через ваше именно отверстие этого кружева, тем самым красиво и деликатно обволакивают вашу кожу. Ветерок слегка колышет ваши чувства, и вы, конечно же, ощущаете комфорт. И у нас с вами яркая палитра красок. Да, и посмотрите, целых 6 цветов на выбор. Давайте выберем для вашего образа неповторимый оттенок. На мой взгляд, бежевый беспроигрышный вариант для всех подходящий. Лиловый, ментоловый, синий цвет. Какой вам нравится больше всего? 6 цветов на выбор. Успейте заказать то, что нравится именно вам. Друзья, размерный ряд от 48 до 66. И цена действует только сегодня. 2999 рублей. Давайте выберем размер, а? Мы выбираем с вами четко размер в размер. Также можно позволить себе выбрать на размерчик больше. Все зависит от вашего личного желания. Вы должны именно отправной точкой ставить тот момент, какие вещи вы на себя надеваете под жакеты. Если вы надеваете майки без рукавов, тогда можно взять смело размер в размер. Если вы все-таки дама, которая любит достаточно объемные рукава, буфы, воланы, тогда заберите на размер больше для того, чтобы вместимость в рукав изделия, которое уже на вас надето, было более удобным. 50 размер в желтом оттенке у меня сейчас в руках. Сделаю стандартные замеры именно на нем, для того, чтобы вы понимали, как именно реагировать на свой размер. То есть у нас с вами конструкция полуобхвата проймы в 50 размере составляет 31-32 сантиметра. То есть больше 60 сантиметров полный обхват. Рукав у нас с вами по окружности 25, то есть мы получаем 50. Предложение 66 сантиметров. По обхвату груди в 50 он идет на 110. Теперь к 50 размеру вы прибавляете плюс 2 сантиметра каждой цифре, которую я назвал, и понимаете в вашем размере. То есть у вас размер 54, вы к этим цифрам добавляете плюс 2 и понимаете, что грудь уже идет на 112, изделие идет уже не 166, а 167 сантиметров, рукав идет 152 по окружности, а пройма уже идет 162. То есть идет увеличение. Да, и так далее до крайнего размера. Чем больше размер, тем больше ткани расходуется. Но это эксклюзивно. Вариант от бренда Greenlight. Кстати, вообще бренд Greenlight с 2018 года представлен на телеканале Shopping Show. За все время презентации на нашем телеканале было продано более 180 тысяч товаров от этого великого уже бренда Greenlight. Слушайте, ну а жакет мне нравится тем, что он, знаете, такой воздушный, шикарный. Знаете, я скоро собираюсь на свадьбу. В июле месяце, 16 числа, у подруги наконец-таки замуж выходит. Вот, и я думаю, так, надену красивое платье. У меня есть красивое платье без рукавов, со стразами, но очень дорогое. А сверху хочу что-нибудь на себя накинуть, потому что полненькие ручки. Не успею, как всегда, похудеть, понимаешь? Этот вопрос, конечно же, бренд Greenlight с удовольствием решит. При этом он не утяжелит ваш образ и сделает его легким. Поэтому такие жакеты как раз-таки для такого предложения будут идеальны. Во-первых, ваше тело будет дышать. Во-вторых, вы не перегрузите образ в целом. И, конечно же, он сделает яркий акцент. В любом случае, он универсален, хорошо встроится и в другие гардеробы, как сейчас представлен на подиуме, как с брюками, так с юбками, также и можно и с платьем. Ну что ж, давайте посмотрим, насколько популярны такие жакеты во всем мире. Мы же хотим быть настоящими звездами, а? Доминика Дольче, Стефано Габбана, Роберто Кавалли, Шанель, Маскина, Шервина и многие другие представляют свои вариации кружевных жакетов на подиуме. Все они, так же, как и включая наш жакет от бренда Greenlight, выполнены в одном
достаточно уникальном предложении, выпущенном из Южной Кореи. Это материал Rayon. Это 100% натуральный продукт, выполненный из бамбука, и полноценным является аналогом натурального плетения тутового шелкопряда. Это тот же самый кружевной шелк. Вот так, эксклюзивные ткани, эксклюзивные дизайны, невероятно модный и популярный жакет Тория, который даст фору известным знаменитым брендом. 2999 рублей. Цена, действующая только сегодня. Это самое выгодное предложение только одного дня. Только представьте летом себя в этом жакете. На любой образ накинули, ручки скрыли. А то часто мы, знаешь, Микола, стесняемся полненьких ручек. А тут декорировали. И образ какой сразу женственный. Беспроигрышный вариант для любого образа. По цене только сегодня. Так, смотри, здесь, конечно, у нас материал такой кружевной, сразу кажется, что он вообще не тянется. Вот скажи, не будет ли он колоться? Всем ли подойдет, у кого пышные, например, ручки? Здесь у нас с вами тканное полотно достаточно пластичное. Оно не тянется, но все равно имеет какую-то легкую растяжимость за счет того, что это у нас с вами шелк. То есть он пластичный и гибкий. При этом он не колется, потому что шелковистые ткани скользят. Вот смотрите, он с легкостью прокатывается по руке. И, конечно же, давайте углубимся в это полотно и поймем, как оно изготавливается. Бамбуковое дерево изготавливает волокно, потом делают пряжу, тонкую шелковистую нить, и после этого изготавливают само кружево в виде полотна. То же самое совершает червь-шелкопряд, который из тутового дерева выплетает это в природе. Это и стало отправной точкой для лаборатории, которые переняли действие насекомого и выполнили то же самое, только уже человеческими руками. Отличный запас. Здесь есть, если даже полненькие ручки, ткань мягкая, приятная. Для лета идеально подходящая, дышащая. Это же здорово. Вспомните, иногда мы надеваем на себя жакет, и в нем так жарко, что летом, но мы мучаемся, а снять не можем, потому что стесняемся оголить свои ручки. Но посмотрите, какой изумительный жакет. Стильный, модный, комфортный. Бежевый, белый, желтый. Какой вам нравится цвет больше всего? Может быть, лиловый, ментоловый или темно-синий? Выбор за вами. 2999 рублей до 66 размера. И это известный бренд Greenlight. Я уже представляю вас и на праздники, и каждый день. Вы такая красавица. Кстати, образ даже легче. Да, образ легче и нежнее.